Шестой этап спартакиады среди сотрудников городской и районных администраций города Донецка состоялся в учебном корпусе Республиканского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой. Участникам первенства предстояло соперничество в соревновании по пулевой стрельбе. Участвуют все 9 районов города и команда администрации города. То есть 4 человека в команде, 2 мужчины, 2 женщины, стреляют 3 пристрелочных и 7 зачетных выстрелов. В итоге суммируются все очки всей команде, ну и, соответственно, кто больше выбил, тот и выше будет по месту. Противостояние команд городской и районных администраций в преддверии 2 оставшихся соревнований находится в самом разгаре. Глава Ворошиловского района Владислав Латынцев положительно отозвался о проведении таких мероприятий, которые в республике проходят уже 3-й год к ряду. В любое время спорт дает тонус, он людей делает, наверное, более правильными, такими развитыми, гармонично. Это обязательно нужно делать. Ворошиловский район традиционно выставляет сильную команду, и мы традиционно в лидерах. Сейчас вот мы находимся в зачетной таблице на 3-м месте, но я думаю, что по результатам сегодняшних соревнований по стрельбе и еще у нас будет очень такая престижная вид соревнований – это волейбол. Я думаю, что мы будем бороться за, ну, как минимум за 2-е место. Таким образом, тройка лучших по итогам всех 7 этапов еще не ясна. Все решит пулевая стрельба, а также последнее состязание – волейбол. Сергей Михайлов, Влад Лем, Новороссия ТВ.